Опять-таки, друзья, с вами Монако БС. Все дождались этого Бравл Толка, какой вышел у нас час назад. И я для вас решил снять видосик на такую тему, как разбор Бравл Толка. Что там вообще Бравл Толки нам такого сказали, что прям все были шокированы. Какие новые режимы, как они называются, какое имя вы нового персонажа и так дальше, пацаны. Перед началом этим роликом попрошу вас поставить лайк, подписаться на мой канал с колокольчиком. Всем приятного просмотра, либо аппетита, кто кушает. А мы погнали. Раз таки, пацаны, я запустил вам Бравл Толк. Давайте посмотрим, обсудим, что в этом Бравл Толке вообще есть. И посмотрите, внимание, вот на их вот это окружение, пацаны. Вот посмотрите вот на это все. Здесь какие-то напитки, какие были и в пасхалках, какие я вам снимал на в прошлом там. У меня последние в ролике это просто все пасхалки. Так что их посмотрите, пересмотрите. И вот эти все напитки, они такие же самые были там, ну, в прошлом видео. Давайте мы дальше посмотрим. Так, смотрим. Что-то здесь произошло. Вот он как раз таки новый персонажик. Так. Давайте, Бравл Толк. Биодом. Это новый режим. Так, дальше. У нас что-то... Вот он, новый персонаж Ева. Ну, я не знаю, кому-то ли зайдет такой персонажик, но неплохой, в принципе, персонаж. Ева. Давайте еще раз посмотрим на его анимацию этого нового персонажа. Посмотрите. Вот он такой, вообще маленький, такой бау, сразу такой большущий просто. Поэтому мне и нравится. Я хочу просто заскринить этот момент, как он подстрибивает, такой просто красивенько. Мне очень нравится. Бам, вот так вот. Ба-бам. Погнали дальше. Дальше у нас новый скин на Рикошета. Какое там название профукал? Спайк Ева. Ну, это скинчик, скорее всего, да. А вот новый вот как раз-таки новый скин. Firewall Rico, или как его там, я не увидел, правда. Так. А теперь причем это? Вот, новый скинчик, пацаны, на Белль. Вообще, Айви Белль. Мистер Пи. Спраут. Вообще крутецкий. Эдгар. Хоп. Бо. Вообще, мне нравится, конечно, скин. Вот Гром. Вообще крутяк, пацаны. Мне очень нравится. Вот Бык. Это Бул, кто не знал. Дальше. Выхода поколения Бойкуб. О, вот, пацаны, как раз-таки два новых режима. Видим Pilot и Wipeout. Wipeout или как я... Один из них погрузка. То есть первый режим это погрузка. Вот, пацаны, такой вот режимчик у нас. Также на оригинальный Bravl Talk будет ссылочка в описании. Кто еще не посмотрел, посмотрите в моем ролике или посмотрите, зайдите. В этом игровом режиме стратегия будет иметь большие значения, чем в остальных. Если вы разрешите защищать свой груз, команда врага вполне может... А если вы атакуете вражеский груз, ваш может остаться без прикрытия. Правила второго нового режима под названием зачистка. Зачистка. А, я понял, это как типа на каунт, только здесь надо убить всех игроков, я так понимаю, да? Я понял. Ну, неплохой, конечно, таки режим. Не требующий особой координации, но доставляющий удовольствие. Оба игровых режима, как обычно, являются сезонными. Один из успехов будет зависеть, вернулся ли он в игру. В этом обновлении вас ждут другие изменения. Блин, это, конечно, люто.
Изменено исцеляющее снаряжение. Они больше не исцеляют вашего бойца, пока он стоит на месте. Ага. Чтобы так хорошо так отбрезать, надо такое сделать. Короче, изменили очень сильно снаряжение. Давайте дальше промотаем чуть-чуть. Вот, новый как раз таки наш. Нам теперь будут давать тикеты за третий день. Вот, тикет X6 и, ну, 150 там плюс 50%. То есть какой-то типа подарок нам дали разработчики. Ух, круто, круто. Пацаны, и сейчас будет такой момент, там, где к нам... Вау, это что? Посмотрите, открываем мы сундук. И выпадает 118 очков силы. Вот это очень круто. Очень крутая задумка. Спасибо Brawl Stars, разработчики, что такое добавили. Реально, очень круто придумали. Вернулся Райан. Просто, пацаны, это просто самое лютое, что могло только быть. Что Райан все-таки же вернулся в компанию Supercell. И думаю, все пацаны рады. Кто рад, пожалуйста, напишите в комментариях. Райан, мы рады за тебя, что ты вернулся. Вот так вот. Короче, пацаны, на этом ролик будет завершаться. Кому понравился этот Brawl Talk, кому вообще понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк. Подпишитесь на мой канал. И подпишитесь на мой стрим-канал. И да... Да, вот подпишитесь на все эти каналы, чтобы не пропускать мои все новые ролики. И также разработчики только про воду везде, типа пейте много воды и так далее. Короче, пацаны, всем спасибо за этот просмотр. Просто спасибо. Всем удачи. Пока-пока. Всем пока.